Peace. Здравствуйте, на канале Шалим Крипте. Сегодня мы будем шалить и зарабатывать в криптовалюте, и сегодня будет бомбовый видеоролик. У нас будет марафон с нуля до 100 долларов. Будем стараться по максимально быстро дойти к 100 долларам и будем, естественно, показывать все пошагово, поэтапно, как сделать, как начать абсолютно до сотки, без учета рефералов, без ничего, вот как обычный пользователь, захожу и будем стремиться к заработку. Вот представим, что у нас на данный момент 0, и сейчас к этому той цифре будем до 100 идти якомога быстрее. Мы будем использовать, ребята, все максимальные инструменты, все, что есть в интернете, абсолютно максимальную сборку, поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, Telegram-канал, и да начнется игра. Итак, ребята, также в нашем Telegram-канале есть все различные способы заработка, как с вложением, так и без вложений, с инвестициями, все самая лучшая сборка в нашем Telegram-канале. Плюс от меня за то, что вы смотрите видеоролик от начала и до конца, пишите лайк, комментарий, вы тоже получаете денежку, то есть в районе там 15-20 центов. Суть не об этом, суть в том, что обо всем, даже мелочи, мы будем плюсовать копеечка копеечки и будем по максимуму стараться заработать. Итак, ребят, переходим по ссылке в описании. Первое, что мы, чего мы начнем, это игра такая, как Wombat. Здесь суть такая, что за вот эти вот игры, которые мы скачаем и будем играть, мы будем получать вот эти вонбаксы. Вонбаксы мы будем закидывать на вот этот вот пул, и в зависимости, сколько у нас здесь данных токенов лично мы занимаем, столько мы в токене EOS мы, естественно, с вами получим. На данный момент, как вы видите, 0.23 цента, да, то есть, грубо говоря, в долларах. И вот такое вот количество крипти EOS. Естественно, все, что мы здесь зарабатываем в крипте, абсолютно без вложений. И будем выводить себе на кошелек, и будем фиксировать наш прибыль. Значит так, сначала мы будем зайдем, зарегистрируемся, поиграем в данные игрушки, потом мы будем клацать в таком вот крайнике, как TronPi, крайники будем задействовать, все возможные способы заработка. Точно так же есть такой вот довольно-таки очень хорошая возможность заработка абсолютно без вложений на полном пассиве, это Worker Cash, PayUp и другие там есть приложения. Суть банально простая, мы регистрируемся здесь, и начинаем зарабатывать. Мы можем посмотреть автоматический просмотр для Android. То есть мы устанавливаем некоторые приложения на телефон, который у нас лежит. Или же, например, можем на ночь оставлять, да, ложимся спать, положили телефон, и он сам смотрит данные видеоролики. Вот примерно оно будет выглядеть таким вот образом. Можно как на компьютере, так и на своем смартфоне. Вот, видите, да? Все оно подвязывается, все показывается. Нажимаем сюда. И сейчас запустится, как говорится, просмотр видеоролику. Вот, смотрите, суть такая, что мы запускаем, только это уже будет делать. Hey, what's going on, Мишки? Только это уже будет делать сам телефон, сам компьютер, да. В нашем случае это компьютер, в вашем случае это телефон. Вот, 10 секунд времени прошло. Я понимаю, что это очень мало. 0.302 доллара нам капнуло на баланс. Все. Мы просмотрели там первых 10 секунд времени. И таким вот образом мы будем проходить задание и, естественно, зарабатывать на полном пассиве. Только это уже не мы будем клацать, а уже будет перематывать с видео в видео наш, например, телефон. Просто за такие вот короткометражки мы будем получать. Да, пусть немного, но на полном пассиву и очень много. Как только мы накопим тот же баланс, там, 2 доллара, мы выведем себе на баланс, себе на Payeer кошелек или другой способ заработка, абсолютно без вложений, и так будем двигаться к нашей цели в 100 долларов. Точно так же у нас есть различные игры. То же самое, вот игрушка, которую я скачивал, Mavis Hub, и она называется Wild Forest. Мы нажимаем вот сюда на play. Мы воюем здесь с другими вот ребятами. И наша основная задача — это завоевать и выиграть, скажем так, других пользователей, других игроков. Сейчас, на данную секундочку, произойдет данная загрузка. Так, у нас загрузилось. Кто не знает, уже делал прошлый видеоролик. Полный обзор по данной игре Wild Forest. Здесь у нас Battle Pass, абсолютно без вложений. И чтобы заработать и получить NFT-шку, даже самую базовую, хоть какую-нибудь, здесь есть специальный сундук, вот, который именно дает нам возможность заработать абсолютно без вложений.
вот так вот он выглядит, вот это. И там рандомно выпадают нам, естественно, NFT-шки. Мы точно так же их можем прокачивать, играть здесь и, естественно, зарабатывать. Дальше, здесь у нас есть еще вот такие вот тоже, как говорится, вот, вот эти вот монетки золотые мы используем в прокачке вот этих данных персонажей. Здесь у нас есть карты, именно что мы хотим прокачать. Вот, например, волчика мы можем качнуть немножечко. Все, у нас он стал сильнее, живее и так далее и тому подобное. Так же само, что касается, вот. Мы можем попрокачивать здесь. Так, хорошо. Так, все есть. Можно так же само, как сложением, так и без сложений. Так, сюда. Теперь батл. И игрушка запускается. Сразу показывается, какие уровни у нас есть. Поначалу это все легко. Ну а здесь уже, когда мы с лиги в лигу переходим, остается все намного сложнее. Ну сейчас посмотрим, покажу, постараюсь показать вам, как это все выглядит. Вот, против такого вот мы будем сражаться, как видим, вот такое вот количество карт у него сразу. Не знаю, что это значит и насколько это будет давать прибыль. Так, он пока, слава богу, стоит, тупит. Надо воспользоваться данным моментом, данной форой. Что у нас с этого всего получится, посмотрим с вами. Так, этот сюда. Этот вот так. Это вот так. Все хорошо, отличненько. Так, у нас здесь сюда башенка. Здесь вот так вот. Здесь мы качаем. Все хорошо. Так, здесь у нас появилось. Очень-очень хорошо. Так, дальше. Пока мы оставляем этого парнишу сюда. Здесь мы отправляем его на разведку, как говорится у нас, по-простому. И будем, естественно, качаться с вами. Так, что у нас здесь? Можно апнуть? Нет. Слева у нас мана, которая дает возможность там вызывать тех или других юнитов. Так, сюда. Хорошо. Так, посмотрим, что с этого всего получится. И скоро будет у нас еще делать еще плюс базовую постройку. Так, время у нас есть, за которое мы должны... То есть взять и одолеть нашего противника. Так, тоже поставил на ману. Вот это вот добывает быстрее ману. Так, два лиса есть. Лисы очень хорошие на дальней дистанции. Не то, что просто, я бы сказал, даже топчик. Сейчас посмотрим, какие-то действия он делал или вообще не делал. Так, хорошо, сейчас мы подтянем нашу гвардию. Так, очень хорошо. Лисы дальнобойкие, и урон очень-очень хороший в них, я вам скажу так. Так, все отлично. Все идет по, как говорится, по накатанной. Ну, в общем, просто повезло, что тот чувак просто затупашил. Так бы эта вся тема тянулась бы намного дольше. Ну вот. Так, хорошо. Так, все отлично. Так, все, уничтожаем данный замок. Так, мы прокачались. Как видите, есть здесь как и день, ночь. Все, он сдался, выполнили некоторые задания, continue. Все, вот таким вот образом мы развиваемся, движемся по лидерборду, по геймпассу, как говорится, идет зараз на данный момент второй сезон. И с сезона так в сезон мы таким вот образом продвигаемся. Вот есть сундук базовый, здесь NFT-шки никакие не падают, но падают, например, вот такие вот карточки для прокачки тех или других юнитов. И плюс еще... Падает, например, уже с таких вот, вот бокс уже падает нам NFT-шки, которые мы можем, естественно, прокачивать и, естественно, уже зарабатывать абсолютно без вложений.
В дальнейшем мы можем их продать. Показал это все я в прошлом видеоролике. Вот такие вот, ребята, дела. Можем таким вот образом заниматься, развиваться. Здесь мы нажимаем Collect. И собираем тоже за то, что мы каждый день заходим. И, естественно, забираем сундуки и многое другое. Ну, в принципе, все, ребят. Суть я донес. Будем... И хотел я что донести, ребят. То, что мы будем пользоваться всеми ресурсами, которые есть в интернете, для заработка абсолютно без вложений. Я буду вам говорить, куда я захожу, что я делаю. И потом через какой-то промежуток времени буду говорить, что вот там и там я столько заработал, столько я вывел. То есть, если вы будете повторять за мной, вы, естественно, заработаете точно так же, а то и даже больше. Ну, в принципе, все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока, всем хорошего профита.